Друзья мои, всем привет! Доброе утро! Здоровья, счастья и удачи! Вчера вечером такая гроза была, это вообще, это было что-то. Дождь такой сильный лил, что аж за домами лес не было видно, вот гор вот этих вот. Кошмар! Сначала тучи такие поперли, темные такие, прям аж... Я вам сейчас покажу. Друзья, смотрите. Да что ты? Что-то надвигается страшное. Что-то такое сейчас будет. Все. Выключаю телефон. Да что ты? Все. Блин, косой, это ж было что-то. Мы выключили все электрическое там, чтобы не вышибло. Вот. Потому что недавно же у нас телевизор так сгорел от молнии. Вот. И все, повыключали все, сидели во тьме. Так темно было. Блин, косой, это вообще что-то такое. Сейчас покажу я вам, вот, смотрите. Ребята, снимаю через окно. Начинается ветруган. Посмотрите тучи, как там ходят. Сейчас. Ой, там что творится? Там быть не лезь. Вообще потемнело все. Ливень льет. Ох, там что-то вообще страшно. Брякает, как будто град. Не, на балкон поставлю сейчас. Не надо. Надо. Не выходи. А вода попадет тебе сейчас. Не попадет. Захлестывает сюда же. Я его тут сбоку поставлю. На балкон. Посмотрите, что делается. Кошмар.
И вот понимаете, такой вот сильный-сильный дождь, он примерно минут 15-20 шел. Вот. Потом стал потише, чуть прояснилось, но дождик шел, ну, можно сказать так, средне-сильный. Вот. Ну а этот был аж как туман стоял, дождь, день дожди. И потом вот этот дождь такой сильный тоже, он всю ночь почти шел, всю ночь. Вот так вот. Друзья, всем привет. Сегодня мы поехали в аптеку. Лекарства еще докупить надо. То тогда лекарства там нам дали в аптеке. В пакетик сложили, а мы даже и не посмотрели, что это вообще не наши лекарства. Фамилия и имя одинаковое, вот, но человек чужой. Вот сегодня поехали, обменяли. И сейчас надо дополучить лекарства свои. Вот. Ну и как раз сегодня у нас базарный день здесь. Сейчас покажу вам. Приехали фермеры свои. Они тут свою продукцию продают. Лук, слива, груша. Картошка. Ну, всякие фрукты, овощи. Здесь мед продают разный, а здесь гриль, курицу, гриль, помос. Такие вот машины ходят. Вон там курочки у них в машине крутятся, грилятся. Ну ладно, пойдем в аптеку. Ну вот, сходил, такие вот курочки, сходил в аптеку, получил лекарство. Сейчас не знаю, что Лида скажет, куда домой или куда поедем. Сейчас, наверное, пойдем вишни возьмем. Тише бита. Он diese wie viel kostet? 3,99. Ага. Друзья, сегодня, когда поехали в аптеку с Лидочкой,
Смотрю, у меня бортовой компьютер выдал. Масло надо менять. Вот съездил в магазин, купил фильтр. Масляное масло у меня было. Вот сейчас к Сергею съезжу. Там неудобное. И он заменит масло мне. Все, поехали. Ну вот съездили. Масло поменяли. Старое слили. Новое залили. И сейчас показывают вот бортовой компьютер, что 100% масла. Вот. Залито. Все. Ездим пока. У себя в журнальчик там свой записал, что сколько километров. Число, дату. То есть и замена масла. Вот так вот. Все отлично. Ну, вот машину поставил в гараж. Там возле дома нету, проездил. Обычно хорошо, когда гараж есть. Обычно мы там ставим, на парк-плаце, возле дома. Там 6 мест. Вот. Но что, потому что в гараж ну, заезжать за 2-3 раза по разворотам, это задним ходом. Вот. А там поставил, да и все. Вот, а пока проездил, люди с работы поприезжали, поставили машины, заняты. Здесь они, ну как, свободные, любой может встать. Сейчас, ну хорошо, что гараж есть, приехал в гараж, поставил и все. А у некоторых нету, так ездят, ищут, где место, где, ну, где поставить. Нужно же так, чтобы не штрафовали, а то вдруг приедут с проверкой кто. И штраф. Вот так вот. Ну все, день прошел. Пойдем сейчас телевизор смотреть, ужинать будем. И все. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всего хорошего, здоровья вам, счастья и удачи. Кому нравится, подписывайтесь. И не забывайте ставить лайк. Пока-пока.